Сейчас вы видите кадры с камеры видеонаблюдения из магазина, специализирующегося на продаже спортивных товаров. В торговый зал заходят двое посетителей. Они долго разглядывают мужские пуховики и на первый взгляд кажется, что просто не могут определиться, какую именно куртку померить. Позже молодой человек снял с вешалки пуховик стоимостью около 4000 рублей, спрятал его в свой рюкзак и покинул магазин. По данному факту возбуждено уголовное дело. По признакам преступления предусмотрена часть 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 2 лет лишения свободы. Подозреваемый был задержан, ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Подозреваемый пояснил, что продал похищенную куртку неизвестному в районе Третьей Дачной. Ну а всем любителям легкой наживы сообщаем, практически во всех магазинах установлены камеры видеонаблюдения, благодаря чему сотрудники полиции быстро вычислят и доставят в отдел полиции недобросовестных граждан. Андрей Багаев, Анастасия Безрукова, дежурная часть, Саратов.